Ой, у нас сегодня ливень. Прям льет как из ведра. У нас в Южном такой дождь льет. А здесь выехали за Новоалександровку, дождя нету. Сухо, хорошо. Мы едем картошку от травы очищать, окучивать будем и клубнику соберем. Приехали на участок. Вот это наши ворота. Вова уже клубнику жует. Много, говоришь, да? О, наша клубничка. О, ягодка есть. Ух ты, такая крупная. Ой, крупненькая какая. Уже подгнивает. Комар в ладошку прям укусил. Приятно собирать, да? Хочу немножко еще расширить. И вообще будет у меня плантация клубничная. Так, мы тут взяли с собой грабли, тяпки. Сейчас будем картошку пойдем чистить, окучивать. Огород зарос травой. Ужас просто. Тут надо ночевать.
так жарко, ужас просто сегодня. Еще немножко осталось это, пощипать травы. Окучивать уже сегодня не будем. Это просто ужас. Я... Видите, какая красная? Ой, ужас какой. Сейчас съездили в магазин. Еще купили воды. Так пить хочется, ужас. Ой. Это от жары у меня всегда такое лицо красное становится. Так, ну вот. Видите, как уже чистенько стало. Рядочки уже видать. Осталось немного вот здесь вот пройтись. И вот там, в середине. Ой. Это мы сегодня только траву выдирали. А еще надо окучить. Ну ладно, в следующий раз приедем. Уже будет легче окучивать. Сейчас Вова пройдется бензокосилкой вокруг. Вокруг огорода. Поснимает эту траву. Высокую. И на сегодня все. Уже время почти 6. Все, закончили щипать траву. Ой. Ух. Вот наша клубника, нарвали. Вот столько. О, наша первая клубника на этом участке. Какая сладкая. Все, всем пока. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал.